процесс познания пошел, мы можем его продолжить на... Тут вопрос такой, что следующие наши занятия будут по конкретному, вот по тому списку, который я дальше хотел, чтобы я показал. И последний. Значит, мы с вами посмотрели, так сказать, рекламу всякую, а теперь динамика. Значит, я буду на лекциях начинать с основ динамики, еще до сейсмики, да, будто там землетрясение, это попозже пойдет. А сначала какие идут разговоры с... динамическим процессом. Если мы возьмем... Теперь я начинаю показывать все вещи, которые... Вот мы... Там есть... Я хотел показать еще список исполнителей. Это не значит, что я вот это все делал. Да? Там, я не собирал компьютер, я не включал вот эту штуку. Все же... какие у нас коллективные труды. И вот, скажем, не меньше 10 человек у нас уже прошло через резонанс. Мы просто там пошли в главный инженер, вот Запорожье, вот данный проект, наш главный инженер, один из старейших резонансников, который выпускался по кафедре МК, сейчас главный инженер ровного проекта. Я Евгению Аркадьевичу сказал, что есть книжка «Бишок», называется «Колебания». Ну, они какие-то. Вот в первом введении написано, что эту лекцию я читал там, в Королевском обществе. Каждые там 2-3 минуты лаборант показывал опыт. Я только что сказал, что он идиот показал. Я только показал, где ставить дачу, но он это доказал. То есть, вот так должно быть образование. И это частично можно делать. Вот доцент Евгений Артемов сам создает программу. Вот есть программа масса всяких зарубежных и наших. Украина – это Лироискат, прежде всего. Но есть там Селина, есть Белинда. Вот вам зарождение Белинды, и он ее будет рекламировать и рассказывать. Это же уже программные вещи. На базе опять этих знаний. Как это не знают, можно что-то запрограммировать дальше и решать. То есть вот я говорил о том, что эксперимент у нас, кто был на метрологии 425-й аудитории, тот знает, что это большое дело, он получил удовольствие, найдя эти напряжения, там, тензионных там, расчетов. И вот, дальше в динамике очень сложные эксперименты надо развивать. Это наша эмблема. Вот на всех книжках мы показываем, вот 7 книжек у нас вышло, да? И мы стараемся везде, или на обложке, или в раздел, где наша часть подсунуть, тут тоже есть сооружение, здание или там, мост. И тут есть оборудование внутри, которое расшатывает технологическое или бытовое. Есть внешние там, воздействия ветра, торнадо, землетрясений, метро, Ключенко же построил еще пару станций. Это автодороги, там везде поезда. И все это внешние динамические воздействия. А сооружение бедное гнется и качается так, как его собственные характеристики позволяют. Поэтому мы пользуемся этим и развиваем границы динамики. Да нет, это старые расчеты делали, вот находили или в норме придумывали нагрузку от старых машин и задавали, какая нагрузка сюда перейдет. А надо же еще использовать вот собственные характеристики. Мы же проектировали вот этот монумент только по динамическим характеристикам собственных частот и форм. Смотрели на число частоты. Наблюдали в форме, где это болтается слабо кусочек, и мы его усилили. Вот
расширяем динамику. На диагностику мы через 5 лет, у нас Куличенко попросит померить частоты того монумента или этого высотного корпуса, где мы сидим на 11 этаже. И мы сравним эти частоты с тем, что было там 10 лет назад. И скажем, бежим отсюда, оно сейчас упадет. Частота там 10 раз уменьшилась. А частота, квадрат частот, соотношение частот, как раз и есть соотношение изменения изгибной жесткости, скажем, при изгибе. Так что это колоссальная информация. Если частота изменилась, значит, там корень из этого изменения раз изменилась жесткость изгибная. Другой вопрос о продольной жесткости и так далее. Ну и вот проблемы, которыми никто не занимается сейчас. В СССР же был там СНИС, СНИР, ПСК, там огромные институты там по 20, по 50 докторов наук. И они занимались здоровьем наукой, выпускали нормы. Украина отделилась. Как сейчас? Нам надо считать вот, на теракт, который был в 2001 году, или не надо? Проблема. По динамическим характеристикам, вот эти аквапарк, если бы были наши ребята, кто слушал наши лекции, он бы, увидев там собственные частоты, первая форма колебания аквапарка с размерами там 70 метров была вот такая. Крыша огромной железобетонной оболочки 70 метров, она двигалась вот так. Вторая форма, она вращалась вокруг вертикальной оси. И только третья была изгиб этой большой конструкции. Что ж вы пожалели конструкции опор этой вещи? Вы бы еще вообще на одной точке поставили. И вот инженеры посмотрели, как обычно, думали, им это не надо. И проектировали там оболочку, там масса методик, как ее раскружали, когда, сколько выдерживали. Вся наука ниже сидела на этой оболочке, а ножки не поставили. Человек упал от лопатки из-за того, что было известно, что оно слабое по несущим опорным стен и колонны. Стен там, собственно, не было. Были колонны, которые говорят, ну, мы так, вот мы не здесь их поставим, да еще шарниры, грохнут внизу колонны. Если сделать только студенту сказать, что шарниры колонки внизу мы сегодня рассматриваем. Это было бы геометрически изменяемое сооружение. Пекин 2008, Олимпиада, телецентр. Вот уже их стадион. Их стадион. Вы были в Пекине? Значит, там Олимпиада в 2008 году была на вот этих вот новых принципах уже европейские архитекторы и инженеры проектировали неортогональные системы. Вот эти вот ортогональные системы, любуйтесь. Вот колонна, перпендикулярно в составе рамы, идет риги, перезатесной, симметричная симметрия, на ту сторону. И все это мы так всю жизнь проектировали. Я проектировал, мы видим старые сооружения. А эти говорят, так у нас же сейчас компьютер есть, легко геометрию сам там в автокаде будет находить человек. Давайте сделаем вот такие не ортогональные сопряжения металлоконструкции. Не, скажем, птичье гнездо стадиона, это вот как из прутиков создан птичка этот стадион. А вот здесь тихонько спрятался внутри дом в дом, видите? Это гостиница возле телецентра в Пекине. И внутри этот домик, это же все в испуге, 2001 год, тут опять самолет ударит, гостиница никто жить не захочет. А мы им сделаем как бы наружную оболочку каркасов, внутри каркаса другое здание. Пусть они разбивают оболочку наружную. И вот уже, это же 7 лет прошло, значит, уже проектировщики успели построиться. Это в Варшаве такая геликоидальная пружина, кажется, ее нажмешь, она будет как играть, да, с трением. Здание, телецентр, опять же, в Варшаве. Ну, мосты, сейчас вот такие шпили, несущие стойки высокие делают, и на них
навешивает разные конструкции. Очень красиво, ванты в любую сторону, мост пешеходный, может быть изогнут. Можно сделать затяжку в виде моста, на раме вверху поставить огромное колесо обозрения, пикирование, тяньзины, 120 метров высота. Или в Бразилии X-образный пилон вантового моста. Но там опять нету стандартного проезжей части, видите, она как-то тоже изогнута и в вертикальном разрезе, и в плане. То есть можно варьировать, что хочешь. Вот обычный стандартный висячий мостик, с чего человечество начинало, самое легкое. Амстердам, мост пилон, может разительно быть архитектура. И, наконец, вот механика вмешивается в наши дела. Мало того, что архитектор что-то хочет, инженер должен его служить. Еще механик придет и говорит, я буду тут сидеть, работать или там жить рядом. И он будет по просьбе зрителей этот мостик раскладывать на ту сторону. Ты прошел, он его собирает обратно. Видит, да? Значит, новое содружество. Инженер, строительный. Дальше архитектор, ну, конечно, так хочет всегда участвовать, да? Дизайн должен быть. И механик, вот инженер-механик. Или это один человек, который все это задумал, может быть, сплотировать. Готовы ли вы проектировать такие сложные, высотные, другие безопасные сооружения? Каждый отвечает за себя. Я, например, не готов. А вы, может, уже готовы. Тут перечислить причины. Какие нужны спецкурсы? У нас это тоже человек, значит, в СССР, вот если бы я сказал такую фразу, значит, что надо бы тот, кто. Мне бы сказали на партийном собрании, а что ты сам не делаешь? И пойди, добейся и внедряй. То есть вот такие были это. От того, если человек что-то предлагает, вот ты должен сам все сделать. Ну и тогда, значит, народ по всей комнате перестал все предлагать. Ну вот у нас сейчас более сложно, мы как-то ждем, что там наверху все понимают, все динамики, точности, статики. И вот, видимо, такой набор спецкурсов, они когда-то это заметят в каком-то веке, в 22-м. Это такие предложения. Ну а конкретно вот метод динамического формообразования мы рекламируем. На примере того самого монумента на проспекте Гагарина, что можно сделать сооружение быстро, отстроив его собственные частоты, такие, которые вы хотите. Уже довольно откуда-то знать, какой-то опыт иметь. Что такое 1 Гц, что такое полгерца, что такое 10 Гц. Частота колебаний в одну секунду. Это собственные частоты. Ну, вот, я говорю, что ну, хорошо бы, чтобы все сооружения наши были больше Гц, собственно, низшая частота всех форм. А тогда, значит, методом динамического конструирования инженер гасит эти формы колебаний. Где ставить гасить, где ставить это отдельную диссертацию, приходите, Денис Сергеевич повесит свою диссертацию, когда день защиты будет. Любить послушать. Не ставить. Какие гасители, какие динамические, статические, какие. И, наконец, старый дом, но хорошо на вид. Может, его оставить? Сколько ему осталось жить, как вот больному говорят? Ресурс, оставшийся ресурс. Проблема есть проблема. Экономическая. Кулявка и два аспиранта Давыдов и Чабан. Вот наши, больше никого тут не было. Мы создавали это сооружение. Паники каждое утро в 8 утра в совещании, уже после того, как мы выдали, через месяц, сейчас пишу, уже завод бабушки на привозили, и там собирались. Ну, какие-то испытания, 425. Вот международный стандарт. Оказывается, есть наши коллеги, которые полазили по одному виду сооружений. Вот если высотка, сейчас мы знаем, вот эти все Куала-Лумпур, там Бурж-Дубай, Москва-Сити, все разные сечения делают. Возьмем
начальник, вот те старые небоскребы там, Канады, Чикаго, США, вот прямоугольное сечение, они взяли только это прямоугольное сечение высоты. И говорят, если у высоты высота h, то ее первая форма колебаний должна быть в направлении слабой жесткости, ну, например, направление слабой жесткости, и величина рекомендуемая 46 делить на h. 100 метров здания 0,46 герца они рекомендуют собственную частоту в том направлении. Раз запомнили. Почему это важно, я позже скажу. В другом направлении, строго перпендикулярно, видно, написано ортогонал. Фундаментальная частота следующая уже 58 делить на h выше. Это будет 0,6 герца. Третья, только третья, не раньше была, вращательная в плане. Вот вокруг вертикальной оси, вот так вот себя ведет сооружение. Наши архитекторы делают в таких зданиях, вот тут вот лифт, тут ядро жесткости, тут еще что-то, и у них первая форма становится вращательная в плане. Они этого не читали. Они не знают, что им говорят. Ни в коем случае вращательная форма здания вызовет панику верхних этажей. Они будут вот так стоять, у них будет вот это вот все этажи, земля из-под ног уходит, они уходят из этого офиса. Так что это вот хорошо. Почему? Каким уверенность такая в этих людей? Вот очень обоснованно. Они взяли лучшие здания мира, какая-то статистика, что лучшие здания мира, и все из сейсморайонов, и ветровых, и военных, плохих. 163 здания померили эти частоты, этих форм профессионально. И тогда разработали вот эту рекомендацию. Значит, вот она как выглядит. Здание в одну сторону перемещается, выше вот там вот, да, движется. Следующая повыше частота перпендикулярно, и только третье вращение. Я говорю, если есть у кого знакомые архитекторы, вот попросите их, чтобы они достали у инженеров по своему объекту, если близко к прямоугольному, вот какие там по форме у них, не это ли первая форма, то есть будет потом там жалобы и иск народу. Ну, это мы всякие делали расчеты. Какие-то примеры, там, различные исследования в этом направлении, что, скажем, вы можете задать каркас, это вас учит, это легко делать, на той же линии вы можете получить вот эти формы колебаний. Вот она выдает низшую, анимация низшей формы. Смотрите ее частоту, считаете период, там, отпечатанная частота, и можете сравнить с той рекомендацией. Ну вот наша с того левого берега на Днепр пересекая по новому мосту, новый, значит, с проспекта Правды. Он называется новым. Знаете, сколько лет? 60. Он южный, так надо назвать новым. Ну вот по новому мосту вы выезжаете в Брамбо, огромное, значит, такое ворота. Утверждено уже лет 5 назад. Проект там делает то одна организация, то другая, денег-то нет. И вот это вот такая ворота, значит, должны быть на Европейской площади, вот домен у нее. Так что вы это можете еще заставить. Ну вот мы варьировали разные сечения и прямоугольные высотки разных сечений, разных компонов. Вот 4 высотки связать. Хорошо это или плохо? А там я сказал, что мы сделали 2 башенки, соединили, и оказывается, это хуже. Вот так вращательная форма сразу стала четвертой, на первое место ниже. То есть надо еще думать, что там такого делать, лучше это или хуже, или не связано. Ну, тут всякие вопросы. Вот нелинейность это для инженера, метод динамического конструирования инженера, он должен ставить, учесть нелинейность. Это вы можете уже слышать в статьях, начали учитывать там, в статике геометрическую нелинейность, это уже в восторге
но это уже с 60-х годов ученые расписали эту геометрическую нелинейность в статике, а в динамике пока что не идет. Физическая нелинейность более сложная, конструкционная нелинейность с засорами, с освобождающимися связями фундамент отрывается от грунта. Бывает такое, мы же не знаем, это надо модели считать. Мачта какая-то, одна сторона работает, другая нет. И вот эти все виды нелинейности мы попытались учесть. Скажем, вот у нас едут наши представители на конференцию через неделю, они будут там докладывать в Гастре, в Ялте. И прошлый год я был на этой конференции и сидел рядом с идеологом Лирой Городецким. Я говорю, ну что же вы мучаетесь, не даете честно инженерам характеризовать ваши продукты. Ваша линейная система. У вас нет возможности отрыва фундамента, у вас нет возможности во временной области посмотреть, где столкнутся там два здания, при каких воздействиях ветра или амплитуд там. По мосту едет там какой-то большой новый транспорт. То есть вот это все, да еще с нелинейностью, да во временной области. Он говорит, а как? Я говорю, ну, во-первых, не обещайте, не пишите, что мы это будем. Когда сделаем, тогда пишите. А во-вторых, делайте простые модели. Вот у нас же нет миллиона конечных элементов. А мы делаем простую модель, и она справляется вот во временной области, может вам и с разрывом связи дать любую конструкцию. В Турции было несколько уже конференций. Куда девать энергию? Вот сейчас удит с высокой частотой, там полыцы будут, я не знаю, что. Кто не знает, что это удит? Ну, явно что-то такое вот из высокочастотного оборудования внутри здания. Если это вредно, то по шуму, там есть мероприятия, да, шумовые какие-то шары там вешают, какие-то прослойки, полы делают мягкие на оленьих шкурах, там, еще что-то. А на самом деле мы дешевыми способами должны понять, что если маленький люфт дать между несущими конструктивными элементами, то низкочастотные воздействия от ветра, от землетрясения будут уходить, туда энергия уйдет, вот в эти вот маленькие люфты, там 5 миллиметров, уже хорошо, уже попробую сдвинь эту махину, и туда уйдет энергия. И вот масса этих изобретений, Денис Сергеевич, поздравьте, получил недавно патент, но положительное решение о патенте, которое он придумал, там совсем оригинальное решение. То есть там он не валялся для изобретений. Изобретательство вообще это прекрасный род занятий, да? Можно заниматься этим только как изобретателем. Но надо уметь и продавать, чтобы как-то это окупалось. Так вот, полужесткие узлы – это дело будущего. Вот мы с Игорем Давыдовым вот эти вот создавали модели этих узлов. То есть как сделать так, чтобы было видно. Ну, это в Московске там изучали сухое трение после там, 30-х годов Денкарта, взяли этот график и его начали уточнять. Движение с остановками тогда будет. Если вы дадите люфты, будет движение с остановками. Это новая величина. Хорошо это или плохо? Поддается расчету во временной области вот такие срывы, остановки, да, движения. И это хорошо для отношения к нему. Надо все отвечать. Вот мы делали такие опыты на таких вот машинах. Силы сухого трения, коэффициент трения изучали. При вибрации с разными частотами, амплитудами вибрации узла металлоконструкции. И смотрели, что получилось. Вот коэффициент 0,35 сталь по стали. Стандарт в разных справочниках играет вокруг этой цифры. А если вибрация будет, то будет 10 раз меньше, 0,03. Вот. Да, видите, 0,03. Вибрация снимает трение. Вот попробуйте, вот, чтобы дрожало у вас узел, у вас тогда не будет такой большой силы трения. Саночки. О,
отрыв постоянный, да? Да, это вот там есть аркезия, всякая сложная наука. Есть наука сейчас, триботехника. Трибология, сама наука, триботехника занимается вот этими вещами. Это же нужно всем машиностроителям, в их узлах, там, какая смазка, как это изучать на больших скоростях. И вот мы такую же свою теорию для простых случаев посмотрели. Вот вагон железнодорожный, он на таких приводных демпферах. Сила трения, а здесь перемещение. Вот, чем больше клинышек вагон движется вниз на весовой, он давит, клин распирает боковину тележки с большой силой трения. Растет сила трения. Пошел вагон обратно, прошел середину, уменьшилась сила трения, стала маленькой. То есть оно перемещение. Ну, а обычно берут простой, это кулоновый закон, потому что он только скачком меняется, оно постоянное, неправильно. Потом бывает, трение схватывается, трение покоя больше, чем движение. Вы саночки хотите, она примерзли, да, сдвинули, а потом хорошо они пошли. Да? Вот это вот сила трения покоя, она тоже учитывает проблемы. Вы можете односторонние связи моделировать. Вот я возьму на балку, поставлю ее на пружины, упругие опоры, но не прикручу балку болтами, а односторонняя связь, она может оторваться от опоры. Поставим вибратор слева на четверть от пролета вот левой опоры, да? И включаем низший график. Это возмущение с постоянной силой, но период все меньше и меньше, частота воздействия меняется. Ну и можно еще дать горизонтальную составляющую модели, тогда она будет падать с этих опор. То есть можно вот эти все аварийные вещи изучать в билинге. Вот эту задачу, что вы сейчас видели. И на конференции по деревянной инженерии, травой инженерии, итальянец подскакивает, подбегает к экрану. Этого не может быть, говорит человек. То есть настолько у людей вот эта линейность уже в крови, да, что они понимают только линейную задачу, опора с двух сторон, вот, не может оторваться, нельзя это смоделировать. То есть вот вы можете удивлять иностранцев, потому что они, ну, теоретически все-таки у нас образование всегда было сильнее. Сейчас мы отстали, потому что у нас нет ни проверок экспериментальных, ничего такого. Вот на четырех пролетной балке опоры забыли закрепить, и поехал груз. Значит, что это, линейная задача? Видите, опора подскакивает. И может следующий груз не наехал, воткнуться в этот. То есть тут масса вот таких вот ловушек, которые требуют своего изучения. Кайдакский мост. Внизу провели две трубы с водой. И милиция нам помогала проводить эти испытания. 104 метра пролет железобетонный, двух больших пролетов. И едет Татар. Мы пишем все не про гипротранс, который должен уметь рассчитывать так мосты. Наши, не про Петровские. Нет, мы боимся вот эту воду там какую-то, там вода хлюпать начнет, резонировать эти трубы начнут, мы не можем. Все, вот, нас заставили сопротивляться. Резонанс, только резонанс и газокрепить. Мы провели эти испытания и очень правильно сделали. Модели надо составлять, писать дифференциальные уравнения, но гнаться за количеством. Подвижная нагрузка, встать, остановим машину тут, построим третий уровень, как те. Продвинем машину дальше, новый уровень, МПУЭР. Еще дальше, третий вид идет. И вот эти мгновения, они все время меняются. И когда это все поедет, оно же становится, ну, как бы, во временной области,
И все эти мгновения проскакивают. И это зависит от того, что за техника едет, опять с какой скоростью, и что вы там пишете. Вот это по горизонтали поставили дальше. Ехала машина первая, да, вот при оси Татры. И вот она толкнула горизонтальные колебания видит. Значит, рама трехпролетная. Можно делать такой дипломный кран. А вот краны-перегружатели. Какие пролеты вы знаете? И размеры длинные кранов. Вот мостовых не будем сейчас, они связаны с пролетом зданий. Да? А вот мостовые краны, которые выходят по путям железнодорожным, козловой вы видели все. Сколько там? Метров 30, да, видели? Вот у него там пролет только 70 километров, и две консоли, значит, 140-150 метров. Тележка может мчаться по этому пути. Это мы все пропускаем. Мчаться по другому сказано. Например, видите, скоростной поезд. Тележку несется, 50 тонн поднимает, ее масса 100, да, самой тележки. И бесплошной вот это все. В России полно кранов, и он знает все краны Украины. Знает, обследовал, ставит датчики, исследует динамику. Ну и вот это совмещение науки и профессионального развития образования. Население, тут уже селенный комплекс, форма колебания нашел. На мейбле там динамику запустил этих кранов. То, что не может пока что никто из наших этих комплексов. И в конце концов по этим испытаниям дают динамический паспорт. Вот заказчик в восторге, что у него на его кран есть там цифры, которые нельзя далеко от них отходить в следующем испытании. Значит, что-то плохо. Вот, вопросы.